Здравствуйте, друзья и подруги! Вышла вторая серия сериала Marvel «Что если?». И если первая серия мне очень понравилась, и я настаивал, что здесь нет повесточки, потому что Капитан Марвел – женщина, то вот после второй серии у меня, во-первых, уже есть сомнения по поводу того, что действительно, может быть, есть в каждой серии повесточка. Но просто в первой серии все было крайне гармонично и логично. А вот во второй серии логики никакой нету абсолютно. Во второй серии вдруг у нас новый звездный лорд. И новым звездным лордом у нас выступает Т'Чала, то есть принц Ваканды. А как объяснились сценаристы, что именно Т'Чала стал новым звездным лордом? Все, говорит, очень просто. Они одного возраста практически должны быть. Но это, конечно, круто. Только они находятся в совершенно разных местах. И как там ошиблись? А тут объясняется так. Ну, тут не Йонда пошел за ним. Он послал своих людей, и они ошиблись. И там есть даже шутка по этому поводу. Ну, все люди на одно лицо. Причем это говорит тот, кто сам полностью соответствует человеку по своим внешним данным. И у Йонда есть голограмма того, кого они должны были забрать. И это белый мальчик. Но они берут черного мальчика. И вот типа все объяснение. Но это ненормально, это нелогично, это полный идиотизм. Понимаете, если вы хотите внедрить его, пожалуйста, это супер, но внедряйте логично. Меняйте эту историю логично, но не так вот безумно. Но дальше смотрим дальше. Окей, все, приняли эту ситуацию, хотя она безумна действительно. Но дальше у нас Танос. И догадайтесь, Танос здесь няшка. Он решил быть добрым. И не просто он решил быть добрым. Благодаря Т'Чале он решил быть добрым. И теперь он добрый. И теперь все шутят по поводу того, что его идея была геноцидом. А он такой, нет-нет, это не геноцид. И он всю серию всем это рассказывает. И это такая комедия, пародия. И ты тут сидишь, ты такой, да, верю. Есть альтернативы, есть альтернативные Таносы. Но не так идиотски. Это идиотская гребаная пародия, понимаете? Я даже верю, что в какой-то вселенной есть положительный Танос. Но это надо рассказать нормально, не по-идиотски. Потому что все это уже выглядит как один большой фанфик, в который ты не веришь. А в чем проблема? А тогда нету просто погружения в материал. Ты не можешь смотреть серию серьезно. Если первую серию я смотрел действительно серьезно, мне было очень интересно посмотреть альтернативный вариант той самой истории Капитана Америки, и мне казалось, что все там нормально, все там правильно, все там гармонично сделано, то здесь все абсолютно разваливается только потому, что за уши натянули историю. И единственное, что положительное здесь есть, для поклонников актера, который и играл Т'Чалу, да, Чедвик Боузман, он здесь озвучивает, это его голос, да, и приближено к его внешности, да, это дань к нему уважения. Это здорово, но мне кажется, они могли также здорово записать его персонажа куда-то гармонично в альтернативной вселенной. Было тысячи вариантов, но так, чтобы это было убедительно. По-настоящему. А здесь это выглядит безумно и тупо, когда они начинают, ну эти люди все одни, на лицо два глаза, один нос, поэтому мы выбрали черного парня в Ваканде. Причем. Очень близко. Причем. Ну бред. Или Танос такой. Дурачок на побегушках, такой великан, такой Литл Джон у Робин Гуда, он такой здесь Танос у нас. Вот такой Танос. Ну и причем объяснение, как он поменял свою идею, тут вот такое идиотское. Понимаете? Нелогичное, неубедительное, да? Нам убедительно показывают, почему здесь другой Танос, все такое, ты такой, окей, все понятно, не проблема. Нет, вся история один большой бред. Дальше у нас здесь присутствует коллекционер. Он остался с чертами близкими к чертам из фильма «Бенисио Дель Торо», они узнаваемы действительно. Но история не берет, она очень вот скомканная, абсолютно... неинтересно, есть пара прикольных шуточек, и все. И вот эта жуткая таносовская шутка про поводу того, что там, типа, он и в конце такой Ваканде рассказывает историю про свою теорию, и мы видим только кусок, где ему отвечают. Типа, что это ненормально,
да, это уничтожение нации и все такое. И он такой, да нет, это нормальная идея, это логично. И ты такой, что очень смешно это по-вашему. Ребят, но это все похоже на пародию пародии. То есть первая серия не выглядела пародийной. И да, вот я сейчас буквально тоже смотрел про это, что есть люди, которые настаивают, что в первой серии повесточка женская, там все. Нет, ее там нету. Я тоже настаиваю, что не надо уже везде, где есть сильная женщина или женщина-супергерой, видеть повесточку. Там все гармонично. Там все логично. Оно должно было быть именно так в альтернативном варианте. Ты такой не сомневаешься, что вот приблизительно так все и было бы. Там живая материя. А здесь просто за уши взяли и соединили то, что нельзя соединить. И сказали, что ну вот, вот так, отлично все получилось, радуйтесь. Нет, это причем такой фанфик, еще и очень бездарный фанфик. Этого персонажа можно было внедрить гораздо интереснее. Еще раз говорю, из уважения, кстати, к этому персонажу, можно было гораздо более интересную альтернативную историю Ваканды показать. Но тут... А Звездного Лорда могли сделать кого-то другого, но логично кого-то другого. Логично. А Танос ваш положительный должен быть логично стать положительным. А он из действительно махины, мощной личности, большого авторитета в этой вселенной превращается в Литл Джона. Такого амбала, дуралея на задних ролях. Но это неубедительно. Это совсем неубедительно. Я еще раз говорю, одно слово у тебя все время там в голове только. Фанфик, 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 фанфик. Не более того. И уже такая серия повесточек. Ты уже думаешь, интересно, а... В третьей части там что-то будет про однополую любовь? Или что еще может быть? Будет ли такое? Просто если уже в третьей части опять проследится повесточка, то я такой скажу, не, ну, ребят, этот сериал действительно весь пропитан, пронизан, пропах этой повесточкой, маринуют его в нем. Но еще раз говорю, я буду защищать первую серию. Первая серия мне нравится. Там все было гармонично, убедительно, за уши ничего не тянули. Насколько первая понравилась, настолько вторая была очень слабая. И это совсем другой уровень, вообще другой уровень. Совсем неинтересно смотреть и совсем неубедительно было. Посмотрим, что будет дальше. Теперь уже непонятно. Первая серия вдохновляла, теперь наоборот. Теперь я уже не знаю, что будет в третьей серии. Теперь уже непонятно, какую общую оценку надо будет выставлять сериалу. На этом я прощаюсь с вами. Пока, ребят.